Всем привет! Сейчас я покажу, как сделать из картинки, которая со совмещенным черным, файл для печати. Часто мы сталкиваемся с тем, что нам передают RGB картинки с текстом. Что нам надо сделать для того, чтобы, ну, смысл этого всего. Заходим в channel, видите, у нас черный текст присутствует и на yellow, и на magenta, и на cyan. И, естественно, и на black. Что нам надо сделать? Заходим в слои. Берем волшебную палочку, выделяем какой-то объект черный, заходим в Select Similar. Вот мы увидели, что выделило все черные текста. Ну еще вот эту нижнюю полосочку, ее мы уберем. Возьмем выделение, нажмем Alt, видите, появляется минус. И уберем. Дальше это мы копируем на новый слой правой клавишей Layer via Cut. Что у нас получается? У нас получается channel, ой, прошу прощения, layer отключим. Вот у нас получается на этом бэкграунде серым фоном еще вырезанные буквы. Как нам от них избавиться? Заходим в channel, cmyk, layer. Ну, чтобы все каналы были включены. И просто закрашиваем наш... Можно штампиком, можно брашем, кисточкой. В данном случае нам легко это делать, потому что у нас нету градиента. И так бы мы штампиком игрались бы. Так, это мы убрали, готово. Теперь заходим в наш слой. Color Overlay. Указываем 100% черный. Окей. Multiply. Blend Mode. Заходим в наш channel для проверки. Почему? Ага. Давайте это мы оставим normal. 100% черный. Окей. Окей. Channel. Включим белый. Видите? То есть оно вырезало этот текст из подложки. Чтобы этого не было, мы ставим режим multiply. Предварительно, наверное, все-таки его надо отрастрировать. Отрастрировали. Multiply channel. Все. То есть принцип: выделяем черный текст, выделили черный текст, выбрали похожее, затем указываем слой, указываем его наложение, то есть черный 100%, растрируем этот слой и все. Для того, чтобы дальше продолжить эту картинку, лучше, конечно, сделать еще flatten image. Все, порядок. Channel. Отключаем black. У нас чистый фон. Типография теперь у нас примет все как надо. Всем спасибо. Задавайте вопросы. Пишите, что вы хотите еще увидеть. Пока.